И это снова мы, да? Жуля. Жуля уже покушала. Это у нас Сэм. Ой, Жуля, я все-таки нашла диванчик. Принесла. Да, Жулечку. Да, моя девочка. Как вы все знаете, Жуля у нас собака-инвалид. Ой, мы уже погуляли. Но, к сожалению... Ой... 3 дня назад я наступила на ржавый гвоздь, проткнула насквозь себе ногу. Вот, сегодня мы так понемножечку побегали, потому что, ну, реально боли жуткие. Вот, Жуля у меня теперь на диванчике. Пыталась ей сейчас одеть... Ой, пыталась ей одеть сейчас памперс, но думаю, наверное, навряд ли это понадобится. Единственное, что к дивану мне надо сделать палтус. Ну, то есть, чтобы она... Вот что-то типа вот такой дощечки. Надо найти большую мне дощечку. Ну, вот. Такую покатную, чтобы она, ну, как бы смогла сама спускаться и подниматься. Но, по крайней мере, здесь ей, да. Это у меня каштанка Муму. Вот. Ну, девочки их по-другому назвали в интернете. Да. Вот, давай, Жулечка, покажем наш процесс заживления твой. Давай. Не хочешь, да? Ты легла уже на ту сторону. Так, ну, ранка у нас уже намного чище и лучше. Вот, единственный момент в том, что мазь уже заканчивается. Все, завтра буду покупать новую. Вот. Которая заказана теперь неделю. Поставки в ветаптеку не будет, поэтому пока будем... пользоваться солкосерилом. Но это 500 рублей. Вот. Кто захочет помочь Жуле, очень будем рады. Вот. Мазь дорогая. Хватает ее ненадолго. Вот. То есть тюбик мази, да, нам даже не хватило на неделю. Сейчас выдавливал ей все последнее. Жулечка. Жуля. Давай мы покажем, как у тебя там все обстоят дела. У нас тут, видите, и вторая кость может дать прорыв. Вот. Тоже у нас тут такой прям бугорок-то хороший. Ну, как бы сейчас лечимся, надеюсь, что все будет хорошо. Да, Жулечка? Передай, моя красавица, всем привет. Скажи, всех люблю, всех целую, да? Да, моя девочка, ты у меня самая умная девочка, самая моя хорошая девочка. Еще раз повторю, Жуля у нас спинальница, собака-инвалид. Вот. Кто захочет помочь Жуле, присылайте с пометкой Жуле. То есть лечение у нас будет долго, это 1-2 месяца. Вот. Мазь стоит в размере 500 рублей. Пока пользуемся солкосерилом. Вот. Но тюбики очень маленькие, мазь расходуется. Мази расходуется очень много. Вот. Очень просим вас любой помощи для Жули. Да, Жулечка? Все, мама пошла. Спокойной вам ночи, дайки.